Витя, ну расскажи, завтра вот уже матч, второй матч с Руаном. Что сегодня отрабатывали и как готовитесь, настраиваетесь на него? Ну, сейчас больше такой спокойная тренировка была после долгого переезда. Вот, вначале покатались, так сказать, вспомнили, что такое лед. Вот, а потом наигрывали большинство-меньшинство. Потому что после дороги особо там тактику бегать нет смысла делать. Я думаю, это завтра на раскатке чуть подтянем и уже вечером пойдем в бой. А вот что можешь сказать, кстати, о качестве льда? Потому что вот даже французы там что-то говорили о дворце спорта у нас. А вот что ты об их нем, где можешь сказать? Если судить по вечерней тренировке, то ужасно. Завтра, как будет вечером, никто не знает. Но на данный момент, вот сейчас после тренировки, очень плохо. В плане, что он такой тягучий, да, наверное? Не, шайба по чистому льду не катится, она прыгает, как в молодости во дворе его заливали, вот так то же самое. Расскажи, как настраивают команду на завтрашний поединок? Это будет, знаешь, больше, может, в оборонительном каком-то стиле, пусть в гостях, или будете свою линию гнуть? Это уже завтра нам скажут на установке, на собрании, в какой хоккей мы будем играть. Но то, что мы завтра будем выходить и настраиваться только на победу, это однозначно. Как тебе вообще впечатление сейчас от Франции? Немного ламур вот этот скружил голову или не, вообще не обращал? Ламур, что самолет, автобус? Не, пока ничего не скружило. Даже с 5 утра не спали, ничего, все устали, все хотят уже поужинать и просто лечь спать.